Ребята, всем привет, с вами Александр Уайскулдайв, и сегодня мы создаем гибрида, нового гибрида, его раньше не было, это из последних добавленных, это у нас Пурус Тавр. Пурус Тавр, ребятки, вот такая вот, короче, прикольная тварь. Кстати, да, он у нас из редкого Пурузавра и редкого Карника, то есть Пурузавр у нас еще есть обыкновенные. Так, это существо активно по четвергам, то есть, кстати, именно сегодня. Это очень опасный гибрид, получившийся при слиянии Карнотавра и Пурузавра. Разум и телосложение терапода отлично сочетается с его безупречными инстинктами хищностью и скоростью, которую он достигает благодаря подвижным передним конечностям. Такая, кстати, да, мы его сейчас давайте создадим и сравним его еще с Пуролитом. Или как там он там называется, наш крокодильчик мой любименький, посмотрим. Это тоже такой же самый крокодил, они на самом деле очень похожи, да, только этому добавили голову Карнотавра. Ну, выглядит он забавно, круто выглядит, тоже круто. Да еще, наверное, даже покруче. Так, ну и давайте-ка мы сейчас посмотрим на его характеристики. Очищение себя, одинарный урон, двойной урон, игнорируя способности уклонения. Вот, это новый удар. Снайперский удар. Ха-ха. А, у кого там? У носорогов, да, были удары, по-моему, снимающие невидимость. Потом нанесение урона 1x с 50% щитом. Мгновенное отвлечение, то есть опережающий удар, как у Трики, минус 90. И пассивочка, контратака сквозь щиты. 33% урона. Это у него пассивочка такая? То есть три раза, три контратаки он убил. Очень интересная, короче, комбинация. Давайте мы тогда 11 уровня. Это наш единственный эпический гибрид. Остальные там легендарные и уникальные гибриды. Давайте делаем тогда вот так. 11 левел. Так, где ты? Где же ты? Где наш гибридик? У меня это самое слабое существо 8 уровня сейчас. Так, ищем. Вот он, эпический. И я предлагаю еще нам взять одного парня. Он мне... Вот, вот этого парня. Вот такая вот у нас, короче, команда получилась. Давайте сравним его вот с этим парнем. Они очень похожи. Тела у них вообще тупо идентичны практически. Такой вот у нас... Вот такой вот у нас крокодил. Но он высокого уровня. Скорость 105, броня 15. Он с обычного пурузавра делается. 105, броня 15. Так, а у тебя что? 110, без брони. Очень странно, да? Казалось бы, крокодилы имеют толстую кожу, даже пластины роговые. То есть, как бы, должна быть у него какая-то броня, но ее здесь нет. Но у него выше скорость. Ладно. Тогда что мы делаем? Сейчас пойдем, наверное... Вот здесь остался один бой. Вот такой вот какой-то дохлый. Мы сюда пойдем сейчас... Допустим, Пурузавром и Кентричем. Пойдем сейчас накажем. Посмотрим просто на тех существ, из которых он создан. А потом у нас там еще один есть бой. Туда уже пойдем нашим парнем. Ну, перед этим его, наверное, тоже качнем немножко. Давайте Карника возьмем. О, Карнотавр, стоять. Тоже удары поменялись, ё-моё. Они задолбали своими изменениями. Я не успеваю. Контратака. А, вот тоже. Вот 0.33% от максимума. Блин, тут... надо посмотреть, что там сейчас происходило с этими. Так, ну вот смотрите. Вот удар, контратака. Сейчас 400 нанесет урона с копейками. Да. Поставили защиту. И тупо сидишь, ждешь себе.
Ну, я бы даже не хотел его пробивать специально. Это была контратака и удар. Ну, это очень сильная контратака на самом деле. Ау, блин, а надо one kill... У трикозавра что там у нас? Так, а у тебя что? Контратака здесь обычная. Здесь обычная контратака. Ну, Карни, конечно, тут вообще крепкий парень. С его-то контратакой. И его ударами. Это была нам контратака. Давайте возьмем Пурзавра. Ну, чтобы так посмотреть на них. Ой, какой он, короче, здоровый против этого мегалозавра. Просто гигант. Древний-древний крокодил, который, да, с удовольствием ел динозавров. Так, пару зоролов. Ну, давайте, ладно, сменимся еще на обычного Пуруза. Ух ты, прикольный, да, это такой более коричневый. Какой вам нравится, редкий или вот обычный Пурузавр? Ух ты, сколько жизни. А, не, нормально. Ну, подменяться ему не на кого. Контратаки у нас нет, иммунитета нет. Ну, сам по себе он, конечно, ничего не представляет. Но прикольно вот так вот рычит, что у него аж все дрожит. Красивые крокодильчики. Мне нравится, как они здесь нарисованы. Еще с такой широкой челюхой. Так, ну вот и познакомились, да, вспомнили, точнее, существо. Короче, Карник меня очень удивил, что у него такая контратака, я им давно не сражался. Ну и мегалозавра нам дали. О, ребята! Кошечка, иди сюда! Помчались. Это сумчатый лев, ребята. Сумчатый лев. Так, и вот, ребятки, так выглядит наш сумчатый лев. В общем-то, ну, это у нас история будет уже не сегодняшней серии, да. Но, в общем-то, есть у нас уже теперь сумчатый лев. Это, короче, круто. Он у нас редкий. Редкий. Ну, создадим мы его попозжей, по четвергам. То есть я, в принципе, сегодня буду бегать по карте, я еще их, может, наловлю. Древний сумчатый хищник приходится родственникам современному кенгуру и коалами, а вовсе не львам. Благодаря частично противопоставленным большим пальцам и мощным конечностям, сумчатый лев отлично умеет карабкаться. Он поджидает жертву в засаде, а затем прыгает на нее со спины. Ну, как, собственно говоря, и все коты делают. Так, ну а мы идем делать наш, ребятки, следующий бой. Так, и этот бой у нас, вот он. Вот такой вот у нас боечек будет. И мы будем здесь, конечно же, тыриться. Ну вот так вот пойдем. Ой, ну и Пурузаврика возьмем. Потом я его немножко качну, и если будет еще у нас какой-то дружеский поединок, если кто-то будет онлайн, то еще посражаюсь. Так, ну ладно, помчались. Красивенький, очень интересно выглядит он. Так. Замедление, ну давайте будем очищаться. Так, а вообще-то нам нужно защититься от его ударов. Блин, а он ударил обычно. Черт подери, ребята. Так, ну, блин, он ходит, тут я ничего не могу сделать. Придется подмениться.
Ну, тут контратака все порешает. Ну, похож он, да, на обычного карника, только у него передние лапы большие. То есть прикольно, да, хотите увидеть там карнотавра, маюнгазавра, еще кого-то там, у кого лапы, короче. Короткие передние, да, как у карника, там они же практически атрофированы, еще меньше, чем у тирекса. Да, вот, милости прошу. И нету раптора. А, нет, еще выжил, гаденыш. Выжил. Я бы хотел подмениться на кого-то. Ну, точнее, подмениться тогда, чтобы еще наш гибридик выдержал. Апатич. Может, и Апатича хоть переживешь. Ну да, вот прикольно. Чуть-чуть уменьшена версия карнотавра. Блин, ну не выдержал. А, блин, у него был большой удар. Ну что поделаешь. Ну тоже не позволит, скорее всего, ему пережить даже один удар. Но мы тут чисто по приколу. А, пережил, прикольно. 14 хилсов осталось. Ну давай. Оу, еще и как кританул молодчинка. Напоследок. Жаль, что нельзя на погибших посмотреть характеристики. Ну и добивай. Апатич. Нужно будет врубить, наверное, редкую приманивалку и потом пойти побродить сумчатых львов поискать. Так, что у нас здесь есть? Есть много наград. Ух ты, давайте соберем. Так, ладно, а ну-ка, дружбаны, есть ли кто-нибудь онлайн? Бросим вызову Джирогу. Да, ребята, нам попала кошечка. Нам попала кошечка, и попал нам вот этот парень. Давайте, не знаю, с него начнем. Ха-ха, у него такой же. Так. Давай вот так сделаем. Ну хотя, в принципе, он, блин, он меня сейчас будет атаковать, да? Так, скорость я забрал, надеюсь. Забрал. Ух ты. Подожди, это у него была опережающая атака такая. А, это контратака была. Блин, неплохо он меня тут обезвредил, можно так сказать.
Трики-трики. Прикольно. Оп, они головами похожи довольно. Так, он еще тоже опережающий удар применяет. Но это реальный бой получается, потому что паузы такие идут. То есть это не компьютерный игрок. Так, ну это как бы ни о чем. Мы тоже как бы ни о чем, но сняли щит. А, это была контратака. Вау, вот это кританул. Так, ну вообще-то я кошечку хочу проверить. 26 уровня. Так, Рекс появился. Давайте сейчас вызову кошечку, потому что второй удар от Рекса мы, наверное, не выдержим. Так, он сейчас меня атакует обычным. Блин, ну взял и кританул. Эх, не фартануло. Ну, хотел обкатать кошечку. У нас сейчас скорость одинаковая? 102. Да какая она одинаковая? У меня 110 скорость, в чем прикол? Это глюки, да, это какие-то вот? Или он подменяется? Чё он не может определиться? Вот. Обычный удар прилетел. Контратака. И добиваем. А, блин, ну, если будет не Рекс, то у нас будет щит, а если Рекс не подменится, то ему хана. Я еще пока на арену не ходил, я не видел, какой там, ну, на арену именно турнирную, какой там беспредел происходит по поводу вот этих усилений. Пока что даже не знаю, что там происходит. Так, что он будет сейчас делать? У него есть двойной урон. Ну, у меня есть щит, в принципе. Есть, может, защитимся от двойного? Нет. Ну, я вот боялся этого. Но у нас контратака есть неплохая. 0.3, да, у него? 0, да, 33%. Так, ну сейчас будет прилетать двойной урон. Но у нас пока щит есть. Контратака и добивать. Блин, прикольные твари вот эти вот последние, которых добавили. Спасибо, Давид, за хороший бой.